Добрый день, дорогие мои друзья. Как всегда, мы с вами в прямом эфире. У нас с вами дегустация пива. Только что у нас была Суздальский пивовар. И сейчас, по вашим просьбам, вы захотели что-нибудь немецкое. Мы сейчас будем дегустировать вот этот сорт. И, кстати, напоминаю, что не только в прямом эфире, а, естественно, можно приехать, продегустировать, оставить свои впечатления, отзывы и обменяться, ну, как всегда, пивными советами. Что у нас с вами на выходные? Много пива, много сортов. И, конечно же, все это будет со свежим копченым окунем и, что у нас там, судаком. О, меня рыбаки поправили. Это берж. Сейчас мы с вами и коптим, и дегустируем. Ох ты, первый раз такое. Пенное. Да, слушайте, вы всегда знаете, что мы охлаждаем и наливаем пиво одинаково. Да, особенно перед этим, которое было, да, Суздальский. Суздальский Юсберг у нас был. Пены вообще не было. О, ничего себе. Слушайте, за все время, что мы с вами дегустируем, особенно, да, была большая дегустация немецких сортов, это оказалось самое-самое пенное. Ждем. Ждем, конечно, ну, к нам еще должны сейчас подойти, как раз пока... Желающие подходят. Ну, шутки, как всегда, наших дегустаторов. Я понимаю, что вы любите шутки наших дегустаторов, но я, честно говоря, не приветствую их в прямом эфире. Все, конечно, надо оставлять за кадром. У нас, к сожалению, начался сильный дождь, поэтому сейчас мы с вами свою дегустацию перенесем в помещение. А мнение наших сегодняшних дегустаторов. Как всегда, пиво немецкое отличное. А единственное, что они заметили, нет пшеничного и фруктовой нотки. Так что вот так, мои дорогие. Да? Небольшая поправочка. Оказывается, пшеничное есть, нет фруктовой нотки. Аромат пива мне лично очень понравился. Так что вот так, мои дорогие. Оставайтесь с нами, будет впереди много еще интересного.